Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Подскажите, пожалуйста, как мне справиться со своими страхами? У меня есть мечта стать спортсменом, я очень требовательный в выборе девушки. Из-за этого я боюсь остаться один. Постоянно нервничаю, кричу, как мне настроить себя. Помогите, пожалуйста. Ну, для начала, мне хотелось бы, конечно, узнать ваш возраст, сколько вам лет. Вот, потому что, ну, на мой взгляд, вы описываете, ну, довольно-таки вот такую серьезную реакцию, да, свою, то есть вы описываете довольно, ну, мощную реакцию, то есть крик — это вообще, по сути, как бы, ну, агрессия, да, крик — это очень сильно такая экспрессивность получается. Вот. И я думаю, что, ну, вот вы, может быть, просто довели себя вот до такого острого состояния. И в этом случае, конечно, вам уже имело бы смысл, возможно, обратиться к врачу, невропатологу, либо к клиническому психологу, вот, либо психиатру, для того, чтобы разобраться с этой ситуацией, да, вот именно какую-то вот такую острую физическую реакцию нужно вот, конечно, как-то ослабить, вот, потому что вам будет, ну, в любом случае вам будет сложно. То есть понятно, что ну, проблему это не решит, по-вашему, до конца, вот, это, ну, вообще, наверное, не решит проблему, но, по крайней мере, освободить для этого ресурс. Это первое. Это первый момент. Второй момент, на мой взгляд, здесь заключается в том, что, ну вот, хотелось бы, конечно, чтобы вы, раскрыли, скажем так, вот эту вот связь вашу, что вы требовательны к, ну, к девушке. И то, что вы хотите, мечтаете стать спортсменом. Вот. Как у вас это связано друг с другом? Хотелось бы этот момент прояснить. Потому что лично я не очень пока это понимаю. Дальше. Вы говорите о том, значит, что мечтаете стать спортсменом. Да, вот вы пишете. Ну, опять же,
Что здесь настораживает? Настораживает здесь, ну, на мой скромный взгляд, значит, в первую очередь, то, что вы хотите стать спортсменом, не особо при этом, ну, конкретизируя, каким именно видом спорта, например, вы хотите заниматься, да? Вот. То есть, как будто бы для вас важно именно вот стать, значит, спортсменом. Вот. Одно дело, если вы хотите, действительно, если вам нравится какой-то вид спорта, к примеру, футбол, или там баскетбол, или что-то, ну, что-то еще, да, допустим. Это один момент. Один момент. Но второй момент заключается в том, то есть как бы один момент. Но вы пишете ведь о том, что вам просто важно, как бы, быть спортсменом, вот. И это немножко настораживает, как будто бы вы здесь пытаетесь решать, скажем так, какую-то вот свою проблему, да, например, проблему, там, допустим, самоутверждения и так далее. То есть как будто бы вот вы себя обесцениваете, например, достаточно сильно, и вот пытаетесь это компенсировать за счет того, что хотите стать спортсменом, потому что вам это кажется, ну, престижным, да, вам это кажется чем-то таким достаточно весомым, достаточно значимым, вот. Но как показывает практика, вот проблему самооценки это не решает, потому что проблема находится у вас в голове, да, а не вот в том, что вы делаете. Ну, например, например, ту же проблему страха одиночества, да, никак не решить, ну вот, например, то, что, допустим, вы станете спортсменом. Потому что вам все равно будет казаться, что, ну, что вас там бросят, или вам все равно будет казаться, что любят вас только потому, что вы, ну, спортсмен, например. Какая-то такая вот история. На мой скромный взгляд здесь, и в общем и целом, проблему не решить никак. То, что вы вот станете, или наоборот, не станете спортсменом. Дальше, значит, что касается требования к девушке и вот, значит, то, что вы боитесь остаться один. Ну, совершенно очевидно, что какие-то требования к девушке у вас возникают по причине того, что вы себя обесцениваете. То есть через девушку, да, вы пытаетесь опять же как-то самоутвердиться здесь.
И самое здесь, что вот неприятное, это то, что требовательность к девушке, она ведь идет в такой, знаете, идет в игнорирование, в игнорирование личности девушки. То есть вам как будто бы вот не важна личность девочки, да, не важны ее качества, не важно то, ну, по поводу чего, к примеру, вы там, допустим, ну, могли бы выстраивать с ней отношения, да, то есть вас не интересует вот как бы то общее, что между вами, например, могло бы быть. А у вас именно вот такие вот как бы требования к ней, то есть вот, ты должна быть, как бы говорите вы, такой, и тогда, вот, ну, соответственно, у меня вот все будет хорошо, например. Вот, ну, на самом деле не будет, да, на самом деле нет, потому что, опять же, повторюсь, это история про какую-то вот такую, история про какую-то компенсацию. К моему большому сожалению, это история про компенсацию. Вот. И в общем и целом я бы сказал, что вот в какой-то степени страх одиночества, он заключается в том, что человеку некомфортно ну вот, ну, некомфортно наедине с собой. Вот, ему некомфортно, кто, ну, условно говоря, да, некомфортно ему самому собой. То есть есть вот какое-то непринятие себя. Вот. И, собственно говоря, вот от того, что человеку некомфортно наедине с собой, от этого, собственно, и возникает такая вот история и такая неприятная для вас, на мой взгляд, ситуация, конечно же. Вот, поэтому тут вот в этом смысле необходимо корректировать, да, необходимо вот как-то из этого состояния, на мой взгляд, выходить, да, то есть смотреть, принимать себя и так далее. Вы же как будто зажаты, вы как будто зажаты тисками огромных требований к себе. Вот, как будто бы вы зажаты тисками громадных требований к себе, и естественно, вам очень-очень тяжело получается. Вот. Ну, я бы сказал, что любому человеку, да, не только вам, любому человеку было бы в этом смысле очень и очень трудно и тяжело. То есть, как бы тут вот, ну, не только вас, можете поверить. Можете поверить, что не только вам как-то вот в этой ситуации было бы тяжело. Поэтому помощь психолога, вот, ну, допустим, вот,
как я ее вижу, да, к примеру, она могла бы здесь заключаться именно в том, чтобы вам помочь найти связь с собой, да, чтобы вам помочь лучше себя понимать, чтобы вам помочь лучше себя ощущать, замечать, немножечко так отказаться от вот этих вот достаточно, ну, достаточно больших, серьезных, таких мощных, совершенно неадекватных, может быть, как бы, ну, требований к себе, вот, которые у вас сейчас которые сейчас у вас имеют место быть. Потому что это действительно очень, очень трудно, потому что действительно очень тяжело, потому что это действительно, ну, выматывает, это действительно, как бы, ну, вот, состояние такое, знаете, постоянной тревоги получается. Вот, поэтому вас понять можно и, в принципе, ну, достаточно легко можно понять вот то, что вы чувствуете. Вот, просто нужно здесь постараться увидеть, что там, ну, грубо говоря, по факту вам не девушка нужна, да, вам как бы, ну, по факту интересуетесь вы не девушка на данный момент, а по факту вы интересуетесь именно вот какой-то компенсацией. Вы пытаетесь именно что компенсировать что-то в себе. И в какой-то степени сейчас необходимо просто закольцевать проблему на себе, а не на, скажем так, внешнем мире, вот, который сейчас для вас выглядит, ну, единственным таким способом как-то вот свою проблему решить. И что можно вот сказать в этой ситуации, ну, в этой связи, да, что можно сказать? Можно сказать, что может помочь вам только психотерапия. Вот, можно сказать, что вам она необходима, можно сказать, что только психотерапия позволит вам решить проблематику, которую вы описываете, вот, и можно сказать, что, ну, справляться, как бы, вот именно справляться, да, справляться с, ну, тем, что вы, ну, тем, что вы вот называете, как бы, страхом, да, вот справляться с этим не надо справляться, вот, потому что это, ну, как бы ни к чему вообще не приведет, слово совсем, это вообще ни к чему не приведет, вот, ну, будет только хуже, вы, как бы, будете вот снова и снова и снова, грубо говоря, биться об стену, стена будет непробиваемая, и вы, как бы, ну, ничего в этом смысле сделать, наверное, не сможете. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится. За обратную связь по моему ответу буду вам благодарен. Всего самого доброго.